Он болеет так, анемия Даймонда Блэкмана, ну, такой болезнь, которая встречается очень редко, с миллиона один, может быть. Вот, поэтому мы обращаемся к кыргызскому народу, кыргызстанцам, нашим патриотам о помощи. В последнее время, когда его ваши лечили, но не выявили, диагноз не поставили, я их потом сюда позвал, и здесь мы начали заниматься как бы активно, и мы узнали, что у него такое как бы редкое встречаемое, вот такой диагноз поставили. Ребенок как бы боролся с этим, но у него как бы организм уже в конце уже не смог, да, обеспечить свое тело. Он очень как бы радостный, ходит, улыбается, играет, как все как бы дети. Ему каждые 15-20 дней требуется переливание крови. Когда гемоглобин падает, он как бы начинает чувствовать себя плохо. Поэтому каждые 15-20 дней требуется ему переливание крови. От имени общественного благотворительного фонда «Элим Барсунбы» хочу обратиться ко всем неравнодушным гражданам, оказать помощь, протянуть руку помощи для сбора средств маленькому Нурджигиту. Ему требуется очень дорогостоящая операция. К сожалению, семья не может поднять эту сумму и просит вас помочь. Любую сумму вы можете отправить через Эльсом и через баланс на номер 0777-11-20-15. Сіздерге қайырлы атқанымның себебі, бір жылдан бері Нурджигит баласы қан орысымен орып келеді. Последний год наш ребенок живет только благодаря переливанию крови. Сейчас Нурджигит чувствует себя плохо. Ничего не ест, нет настроения для игр. Он постоянно спит. Я очень прошу всех неравнодушных граждан о помощи. Такого горя не пожелаю ни одному родителю. Нам не хватает денег на лечение нашего малыша. Помогите, пожалуйста, любой суммой. Мы очень хотим, чтобы наш мальчик выздоровел.